Глава 14. И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Еласарского, Кедрлаомера, царя Еламского и Фидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Берры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шимивера, царя Сиваимского и против царя Белы, которая есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедрлаомера, а в 13-м году возмутились. В 14-м году пришел Кедрлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рифаимов, Ваштыров в Карнаиме, Зузимов в Гамме, и Мимов в Шаве Кири-Афаиме, и Хареев в горе их Сеире до Эл-Фарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян и также амареев, живущих в Хацацон-Фамае. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Сиваимский и царь Белый, которая есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сиддим. С Кедрлаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Синаарским, Ариохом, царем Еласарским, 4 царя против 5. В долине же Сиддим было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Аврама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амариянина брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Аврамовы. Аврам услышал, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана. И, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Хавы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедрлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему 10-ю часть из всего. И сказал царь Содомский Авраам: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамрий, пусть возьмут свою долю».